Друзья, несколько дней назад в Подмосковье пропал без вести всем известный советский российский актер театра и кино Никита Джигурда. Об этом сегодня рано утром сообщили его коллеги. Почему столько дней об этом скрывали, пока не ясно. Оказывается, что он направился к себе в Подмосковье, в свой загородный дом на личном автомобиле, но туда, к сожалению, так и не доехал. Его мобильный телефон до сих пор отключен, автомобиля также нигде нету. Куда пропал Никита Джигурда и что с ним произошло, пока неизвестно. Сейчас его поисками занимаются родственники и сотрудники полиции. Когда мы что-то узнаем, друзья, мы сразу же расскажем вам об этом на нашем канале. До скорых встреч и будьте всегда с нами.